Ну, Миллер точно знал, что 24 февраля прошлого года начнется война. Потому что планы, которые были у российской армии, это такое стремительное продвижение. А для Путина в то время все, что связано с экспортом «Газпром», а через территорию Украины идут экспортные газопроводы. Это такой основной фетиш был. Они знали о том, что начнется война, потому что нужно было менять работников на газоизменительных станциях, на компрессорных станциях. Что-то они, и, то есть они думали, когда они захватят все, они начнут. Они должны были тут же обеспечить управление газотранспортной системой Украины. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что Миллер знал о том, что 24 числа начнется.